Привет, Спау Вау. А вдруг сейчас выйдет два трактора? Да и хрен ли с ним. Не, вот сейчас ты брал, да? Давно еще. Не, у тебя она просто... Все, по автобусе холодно было? А? По автобусе холодно? Нет, здесь холодно. Автобусы было... Жарко тоже. Вообще, да. Такого маленького. Договоры без договоров. Точно. Ага. Ну это хорошо, потому что иначе бы мы там задохнулись. Да. Заплатит. Куда не проехать? Вы хозяин, да? Ну, не я же был, нет, я был, дальше мы автопоход до сих пор подогащили. And
Ну что, Саш, как сходил? Вот, принес водички. Жди за крючок. И смотри в обратную, как он намотан на это. А сейчас гасите. Так, ну, да? Ну, можно. Oh!
посмотри, по следующему исполнению. Здесь!
с мультфильм. В поддержку государства. Который под булоком каждый день сам чекает. Каждый день будет, да. Причем не выходя на улицу. В котелке? А как? Миска в этом? Феном. Рядом в пакете. Верите? Феном. Что феном? В тропиках снимать невозможно. Говорит, такая сырость, что аккумуляторы просто летят. И камер тоже. И все время сушили феном, да? Нормально, это там 90 градусов температура. А в океане все, вышли в океан, да, там снимать. Пока доехали до того места, где уже имеет смысл снимать, от берега отошли. Рыбу ловить. Все, уже ничего не работает. Белый охотник должен что-то уметь такое особенное. Бойтесь принимать. Могу роды принять, могу не принять. Роды уже принимал. И что топорик хорошо бросаете? А почему улыбающийся гризли? Почему? Вот не знаю, почему вот как раз вот эти люди. А почему улыбающийся гризли? Потому что страшный я человек. Можно подумать. Это гризли. Гризли, вот гризли можно похож. Да, ничего. Там будут вот такой небольшой кружочек, да? Oh!
пройдем друг за другом, все.
Ну что, где ручки? Я в шмотке не стал запихивать. Ты весь это замутал. А что, где эти баночки? Баночки. Ну эти что? Вот сейчас мы отдохнем. Ну, сейчас даже не очень быстро. Давай, потом сейчас вернем, может, народ никто не. А кто? Ну я. А вообще же барабан нам не полагается. Андрей Коша. Андрюх, готов? Thank you.
Спасибо. А сейчас все желающие берутся за руки. Посвящается танец представителям мезоамериканского клуба. Песня исполняется частично на испанском языке. Всем... Мышка такая.
Последняя песня. Так, как уже... Ожидается бенефис.
тот собрался идти, он был сюда. Такой деревень со снегом. Ужасный зверь какой у тебя. Ты его сам лепил? Нет. Нет? Купил за 200 гривен. Это вкусно. Тут же, по-моему, по камере фотоаппарат такой, что ли? Смотри, старый нана пришел. Что ты делаешь? Да. Студия плейбой. Постепенно будет раздеваться все. Не знаю, они одевались. Нет, не так, они одевались. Они сначала стали голые, а потом... Ты раздевался. И ты того надевались, что стали похожи, честно. Каких-то туземцев просто. Близость, да, сейчас. Близость, да, конечно. Приближение, да. Там такое-то должен трогать. Нет. Да? Нет. В любом случае, даже. Ну, хоть я палку возьму, хотя бы дать уважаю. А, ну да.
Да? Да. У нас клапана, знаешь, не работает. Рапа! Вэл приехал! Сигареты. Не нашла? Больше один в самом конце. Что, даже смотрел с улицы? Да. Коза овца уперла. Не холодно. У тебя же вкусно было. Thank you.
спасибо тебе огромное. Ну что, давай начнем. Yeah.
Oh, shit!
Thank you.